друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Build 3. Вот сегодня утром, примерно где-то в 5 часов, вышла новая версия Майнкрафта, и возможно многие сейчас ждут от меня список обновления, но я не знаю по какой причине, но друзья, разработчики его не выложили. Но если читать их переписку, то можно понять, что в этой версии Майнкрафта была повышена производительность нашего Майнкрафта. Я не знаю, как они ее повысили, но пока что я ничего не замечаю. И я просто летаю по миру и ничего больше вам сказать не могу. Также, если мы залезем в наш инвентарь, мы ничего не заметим нового. Но я забыл, кстати, упомянуть, что в билде 2 нам изменили 2 новых цветочка. Сейчас я вам покажу. Вот так, нет, не ставится. Давайте отлетим вот сюда. Так. И вот у нас такой терпион, и у нас вот такая роза. Да, очень классные стали цветочки, они стали, по идее, более темными, но и этот цвет к ним, конечно, идет. Ну, билд 3 вы можете скачать, перейдя в описание, а сказать мне больше нечего. Ну, поэтому на этом все. Ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на канал.